Всем привет, дорогие холодильщики. Сегодня у нас на обзорчике вот такой вот холодильник Haier. Клиенты обратились с проблемой, что не холодит холодильная камера. Вот в чем была проблема. И вот сейчас покажу. До меня мастер какой-то ковырял. Не знаю, снял лампочку. Лампочку я еле нашел. Вот, поставили лампочку, но дело было не в лампочке, дело было в другом. Вот сейчас объясню, в чем была проблема. Не знаю, как так получилось, но кто-то явно ковырялся в этом холодильнике. И получилась вот такая штука. Здесь вот стоит у нас маленькая такая электронная платка, которая чувствует магнит. Ну, грубо говоря, геркончик. Только здесь он уже стоит электронный. Вот здесь вот стоит магнит. Объясню, в чем прикол. Вот если мы магнит ставим вот этой вот белой стороной, все чувствует, все вот, видите, вот на расстоянии даже дверь закрываешь, все, магнит чувствует, платка чувствует, и холодильник закрывается. Ну, то есть получается, у нас свет выключается и открывается заслонка. Все элементарно. Но если мы переворачиваем магнит вот так вот и ставим вот в таком положении, то есть получается черным цветом, холодильник уже, лампочка и заслонка не реагирует. Имейте в виду, ребят, что магнит ставится только белой стороной, иначе у вас дверь закрываться не будет. Вот этой стороной устанавливаем, пожалуйста, еще раз продемонстрирую. Вот устанавливаем белой стороной покрашенной, и холодильник нормально начинает функционировать. Вот такой вот прикольчик, ребят, имейте в виду. И все дальше начало функционировать. Кто, когда ее перевернул, я так и не понял. Но факт был вот в этом. Всем спасибо за внимание. Вот такой вот холодильничек Haier у нас на обзорчике.